Друзьям привет! Сейчас я нахожусь в торговом комплексе Мега. Решила пробежаться здесь по магазинам и заодно возьму вас с собой. Хочу показать вам, что я обычно покупаю в магазинах и какие у нас в Питере средние цены на еду, потому что знаю, что многим эта тема очень интересна. Так что не переключайтесь и оставайтесь со мной. Итак, давайте пойдем в Ашан и посмотрим, что и по каким ценам там можно купить. Лично я пью чай и кофе без сахара, потому что мне кажется, что так вкуснее. Но для многих это важный продукт, поэтому давайте начнем с него. А это цены на муку. Цены в Ашане средние для Питера, не самые низкие, но и не самые высокие. У нас, конечно, есть более дешевые магазины, но там хуже и условия хранения, и, соответственно, само качество продуктов. Ну что, давайте заглянем в овощной отдел. Thank you.
Меге очень много кафешек на любой вкус. И сейчас мы идем покушать в кафе IKEA. Как вы знаете, IKEA – это шведский магазин товаров для дома. Он очень большой. И для того, чтобы посетители могли отдохнуть между покупками, в территории магазина есть кафе. Цены здесь довольно бюджетные для Питера. Конечно, в городских столовых можно покушать дешевле, но там не так вкусно и не так чисто. Ну а обед в фастфудах типа Макдональдса и KFC обойдется вам в ту же сумму, что и в этом кафе. Но здесь, в IKEA, еда полезнее и разнообразнее. Есть и мясные, и вегетарианские блюда, и детские обеды. Что же касается напитков, то здесь действует система шведского стола. Вы один раз платите деньги за то, чтобы на кассе вам выдали чашечку для чая и кофе или же стакан для газированной воды. После этого вы можете подходить к автоматам и бесплатно наливать напитки неограниченное количество раз. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А также буду очень рада видеть вас в своем инстаграме. Ссылочку я оставлю внизу в описании под видео. Увидимся с вами еще. Пока-пока!